Achieved with CryEngine 3. Мы только что развернули. Вас понял, выдвигаюсь в сектор. Все спокойно. Слышал? Здесь все чисто. Ложная тревога. Вас понял. Продолжить проверку периметра. Видимо, торпедов не обнаружил. Двигаюсь к следующей точке. Что там? Наверное, показалось. Чисто. Здесь тоже чисто. Не, никаких следов пророка. Поехали. Чернохвост Дозорный, это Чернохвост 9. Деланси-4-Альфа чист. Выдвигаюсь в следующий квадрат. Прием. Никак нет, Чернохвост 9. Восход Алой Звезды проинициирован НАКС. Всем... Восход Алой Звезды? Подтвердите, что это не ошибка. Прием. Подтверждаю. Восход Алой Звезды запущен. Прием. Вот дерьмо. Что с ним? Восход Алой Звезды. О чем они думают? Не знаю. Черт с ним, с пророком. Надо выбираться отсюда, эй! А как же Штибер? Да черт с ним, догонит. Слышал о восходе Алой Звезды, псих? Нет, не приходилось. Сэл не так-то легко напугать. Узнайте все, что сможете. Встретимся в назначенном месте. Дело плохо. Раш и Клэр не отвечают. Тебе придется держаться в одиночку, пока я не разберусь. Надо визу включен. Маскировка включена. Маскировка включена. Маскировка включена. Рядом с твоей локацией железный конь. Это их связные. Наверное, засовывают свои грязные секреты в шредах. Пророк, если тебе удастся найти эти данные, то, может быть, ты узнаешь, кто меня пытал. Да тут может быть целый склад секретов, Сэм. Я проверю. Внимание всем! Здесь кто-то есть! Распределитесь и найдите стрелка! Огонь по нему! Есть живые! Черт! Черт! Он не мог уйти далеко! Достанем его! Он... Разведайте местность! Они посылают сопровождение. У тебя будет время на перехват. Не то чтобы это важно, но мне необходимо выяснить, кто меня пытал. Это поможет решить некоторые проблемы личного характера. Наблюдатель, тут пророк! Все... Нельзя дать ему сбежать, погнали! Прочешите его последнюю позицию. Выходи и трудись, трусишка! Ищите последнюю точку контакта. Придется его выпить! слышите? Подвигаюсь. Проверяю. Внимание! Объект замаскирован! Подавляю! Вперед! Засек железного коня. Отлично. Ищи файл лаборатории. Нашел. Что там? Ничего. Отредактировано. Да, твою мать! Ничего, поддержите. Прикрою! Эта маскировка тебя не спасет! Выходи и сразись, трусишка! Он ушел! Я хочу, чтобы этого засранца нашли и убили! Прикрыл. Хорошо. Мочи его! Прижмите его! Прикройте меня! Прикрою. Нарушена. Электромагнитный импульс ведут к тройке. Раш заморожен. Надо бы его найти, но Майкл изменились. Пророк, осторожнее. Судя по записи цел, рядом с тобой есть цепь, носитель разума. Ты чувствителен к неземному влиянию. Тебе лучше отойти подальше. Никак нет. У цепов общий коллективный разум, управляемый Альфой. Теперь, когда он на свободе, они просыпаются. Если эти носители разума — часть процесса, то мне нужно быть настороже. Коллективный разум? Но в твоей ДНК много внеземного материала. Не думаю, что это хорошая идея. Прорыв! Это башня 436! Нас атакуют! Многочисленные силы цепов направляются к нам! Башня 436. Это наземная часть ТЭТ-2. Мы укрепляем оборону. Это один, это дозорный. К вам направляются крупные силы противника. противника! Я насчитал 8! Поправка! 10 частей! Отзовись! Встреча! Мать ее! Можно попытаться, но тут такой бардак! Сзади! Эти цепы! Я думал, те ублюдки на Лингшане были крутыми! Давай! X, Альфа Цеф. Ничего, просто проверяю. Ожидаемое время прибытия на встречу примерно 30 минут. Раша так и не нашли. Я получаю сведения об активности цефов по всему зданию. Цел уничтожают. Пророк, связь почти налажена, но полевые командиры докладывают, что цепы повсюду. Периметр чист, но внутри... Боже мой! Они истребляют все живое. Мне нужно найти Раша. Я к этому не готова. Пророк, внимание! Рядом с твоей локацией сломанный крикут. Цепы активировались, так что он снова может заработать. Отойдешь подальше, не привлекая внимания. Может быть. Но если у него есть источник питания, я мог бы им воспользоваться. мост, чтобы пройти. Я спущу лифт, когда ты закончишь. Мне так и придется сражаться вместо тебя. Послушай, не было и дня, когда мне не хотелось быть на твоем месте. Даже с этой долбанной мутацией, что творится под твоей кожей. Я бы взял это на себя. Давай. Держали меня здесь месяцами. Я даже не знал, как далеко все это зашло. Открывай. Вы грязные ублюдки, Сэл. Я заставлю вас заплатить за все! Где вы, мать вашу? Где? Псих? Если я найду ублюдка из Сэл, который сделал это, я прикончу его. Давай. Вот так. Клэр, открой дверь. Погоди. Ты в порядке? О, да. Ты на месте? Да, наполовину. Калибровка сенсорных датчиков. Небольшая задержка. Компенсация. Мы на месте. Заблокировано. Садись. Должны быть уверены. Разблокировав костюм, мы нарушим защиту, и наночастицы изменят маршрут. Если технология цепов уже там, то кто знает, кем он станет. Уверен, что справишься, босс. Давай. Доступ к системам восстановления памяти. Фильтрация. Это было рискованно. Мы поставили блокировку на твои рецепторы. Твой мозг будет защищен. Без них коллективный разум поглотит тебя. Ладно, давай вытащим его. Блокаторы допамина убраны. Я регистрирую критические изменения нервной системы. Сейчас он, по идее, сможет установить контакт с цепом. Что это? Майкл, не надо. Не надо. Почему бы нет? Не поможет. Сепарирование. Нанокостюм полностью снят. Объект 8А, сержант Майкл Сайкс, все еще функционирует почти на оптимальном уровне. Но... ожидается ускоренная деградация. Ты сделала это со мной. Майкл, послушай меня. Именно ты стал причиной. То есть я сражаюсь с Сэл из-за тебя, знаешь? Вот почему ты так старалась. Или ты притворялась. Из-за этого, да? Из-за чувства вины. У меня не было выбора, Майкл. Программа Сэл. Мы были по уши в долгах. Но ты же знаешь, как все это делается. Мне пришлось сделать это. Мне пришлось слушать их крики день за днем, Я отдаю отчет в своих действиях, поверь мне. И мне предстоит с этим жить. До конца моих дней. Представь, до конца моих дней. Майкл! И угрызение совести все исправит, да? Если тебе так жаль, Клэр, почему я узнаю об этом вот так? Почему нельзя было просто признаться? Псих, послушай меня, ты знаешь, как это работает. Ты знаешь, что у нее не было выбора. Она делала то, что ей приказывали. Нет выбора? Просто делала то, что ей велели? Выполняла приказ? Да кто это говорит, пророк? Хотя я тебе вот что скажу. Она была права насчет тебя. Может, ты и правда всего лишь долбаная машина, но уж точно больше не человек. Ты, конечно, никогда особо и не тянул, но, Господи Иисусе, только взгляни на себя сейчас! Чье лицо скрывается за этим шлемом, пророк? Или у тебя больше нет лица? Нам всем пришлось принести жертвы. У тебя был выбор, приятель. У всех есть выбор. Теперь ты знаешь все, что должен. Помнишь? Все, кто умер под твоим началом, потому что ты просто выполнял приказ, потому что у тебя не было выбора. Совсем как она. Псих. Нет уж, приятель. Бери свой костюм и иди сражайся сам. Как всегда. Майкл, подожди. Нет, Клэр. Он прав. Отпусти его. Кажется, мы наконец-то нашли что-то о восходе Алой Звезды. Слушайте. Архангел – ключевой элемент управления в новой беспроводной энергосети Cell. Но это далеко не все. Система может совершить мощный выброс через энергетическое оружие массового поражения, и это гарантирует уничтожение не только враждебных элементов, но и всего населения мегаполиса. Есть протоколы изменения задач Архангела для получения альтернативных результатов. Когда результат станет угрозой стадии 3, Архангел запустит самый агрессивный набор протоколов – «Восход Алой Звезды». О боже! Они собираются стереть Нью-Йорк с лица Земли. Полная орбитальная аннигиляция.